У нас опять бегущий леопард в ремонте. На него теперь поставили вот такой вот мощнявый модный руль. Короче, перебило провод где-то вот здесь вот на изгибе. Все тут прозвонили, ручку прозвонили. Где-то вот постоянно перетирается провод. Надо сейчас весь провод менять. У нас полностью герметичный корпус. Вот такое количество внутри воды, конденсата, грязи. И все тут плавает. Хотя корпус был полностью промазан герметиком, но забыли одну дырочку тут вот в этом месте замазать. Все замазали, а вот эту дырочку забыли замазать, натекло воды. Не знаю, сейчас, наверное, будем смотреть, что там окисляется, не окисляется все это дело, но все очень плохо. Так, у нас тут найдена еще секретная синяя изолента. Вот здесь вот внутри какой-то герметик. Короче, тут много-много всяких разных печальных элементов находится внутри рамы, в скрытых местах, которые тоже, как видите, перетерлись от вибрации. Так, мы тут нашли, значит, скрутки на изоленте, на синей, на самой надежной. И вот тут у нас есть скрутки, которые разного цвета и вообще без изоленты. Аккумулятор снят, снят. Вот, то есть, в принципе, кто-то тут уже ковырялся. У нас немножко ржавчинка пошла. То есть, до того, как загерметили этот корпус, здесь проходила какая-то работа очень серьезная, как вы видите, по модернизации синей изолентой. Сейчас будем думать, как все это нам в порядок привести. Разобрали контроллер. Внутри было очень много воды. Вот так вот все ржавое, окисленное. Здесь очень большое количество скруток на изоленте находится. В таком состоянии, подгоревшем, оплавившемся. Есть некоторые провода, которые вообще никак не заизолированы. Вот они вот так вот просто лежали. Это все окислилось. То есть это вот медь, она окислилась полностью. То есть в этом контроллере кто-то уже очень хорошо копался до того, как его загерметили. А мы нашли причину. Причина была в том, что вот здесь вот один из проводов, он перебит. Вот он пережат, короче, перебит по всей длине. Он шел вот здесь вот внутри между рамой и контроллером. И еще где-то вот здесь вот на изгибе тоже провод был перебит. То есть нужно, во-первых, менять провод, который идет от ручки до контроллера, целиком менять этот провод. И по-хорошему вот здесь вот внутри наводить порядок, потому что, ну, тут неизвестно, что дальше будет происходить. Но есть проблема с тем, что, видите, вот это все уже начало окисляться. То есть внутри контроллеров тоже может быть окисление. То есть нет никакой гарантии, что дальше ничего не начнет корродировать и провода нигде не отвалятся. Проводов они типа прямые или примыкание? В общем, вот столько стоит нормальный провод за метр. И мы знаем, кто вот это сделал. В каком элитной мастерской это все ремонтировалось. Теперь осталось впихнуть невпихуемое. Вот так вот все заизолировали. Нету никаких оголенных контактов. Все очень аккуратно. Все грамотно, все пропаяно. Теперь никакие скрутки не будут трястись. Но вот это вот все должно сюда сейчас влезть. И не закоротить. Ну вот теперь оранжевый бегущий леопард от нас уезжает. Клиенту вот он все это герметиком потом самостоятельно обработает. Провод мы удлинили. Тормозной идет у нас отдельно. Не как вот это было все тут накручено. Все там внутри починили. Все там хорошо. Теперь у нас полностью все в работоспособном состоянии. И без синей изоленты, самое главное. Все на термоусадке. Все пропаяно. Еще самое главное, что все пропаяно. Все соединения пропаяны. А не просто на скрутках.